Всем привет! Вы на канале Кухня на любой вкус. Предлагаю разнообразить ваше меню банановыми блинчиками. Для приготовления вам понадобится 1 мягкий банан, нарезать кольцами и размять его вилкой, либо взбить блендером. 1/2 чайной ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Взбиваем 2 яйца и добавляем их к банановой массе. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, 100 грамм муки, 1/2 стакана молока. Всего молока нужно 250 миллилитров. Перемешиваем все в однородную массу без комочков, только должны быть видны кусочки банана. Вливаем оставшееся молоко, 1 столовую ложку растительного масла, тесто получается очень жидким. Даем отдохнуть 30 минут. Сковороду один раз смазываем растительным или сливочным маслом. Далее жарим на сухой сковороде на небольшом огне. Блинчиков получится примерно 10-15 штук в зависимости от диаметра сковороды. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!